В прошлом году каждый член семьи расходовал в среднем 489 евро в месяц, что на 81 евро больше, чем в 2016 году. При этом за последние три года обязательные расходы на одного члена семьи увеличились на 18 евро в месяц. Разберемся в нюансах этих цифр. У нас на связи по скайпу ведущий аналитик департамента статистики Татьяна Портнова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что такое обязательные расходы на одного члена семьи? Давайте сначала с этим разберемся, что это за расходы. В вынужденные или обязательные расходы входят расходы на питание и безалкогольные напитки и расходы на жилье. Расходы на жилье составляют коммунальные услуги, газ, электричество, отопление, вода и арендная плата, если кто-то снимает жилье. А если у человека кредит, то плата, выплаты по кредиту, это тоже входит в эту сумму? Нет. Выплаты по кредитам в потребительские расходы не входят. Они входят в общие расходы, а в потребительские и тем более вынужденные расходы они не входят. А что вот такое те самые неизбежные или обязательные расходы на одного члена семьи, которые по сравнению с 2016 годом снизились на 3%? Это доля этих же самых вынужденных расходов, то есть те расходы, без которых нельзя. Это питание и жилье. Если мы говорим, что доля их снизилась, это значит, у домохозяйства остается больше свободных денег на различные другие расходы. Ну вот если посмотреть по регионам, то в Эстонии видно, что в Ида-Вирума и в Ирусском уезде, например, эти расходы не слишком-то увеличились. С чем связана такая разница? Потому что в других регионах эти расходы стали больше. Ну, во-первых, эти конкретные регионы, в них и доходы не очень высокие. Если мы проведем сравнение по доходам, то скорее всего, Вырума и Ида-Вирума будет в конце списка, ближе к концу. И обычно люди не могут тратить больше, чем они зарабатывают. Это расходы обязательно более-менее связаны с доходами. Второй нюанс, который здесь можно отметить, это оба уезда, они приграничные. То есть, возможно, это связано с этим тоже. Но если мы говорим тогда о том, что есть более богатые там регионы, то, конечно же, обращает на себя внимание Харьюма, где всегда самая высокая средняя зарплата, но при этом в Харьюме не было самого большого роста. Он наблюдается в Хиюском уезде. Вот это как можно объяснить? То, что в 2019 году мы увидели в Хиюме, можно объяснить тем, что мы имеем дело с выборочным исследованием. Мы не опрашиваем каждое домохозяйство Эстонии. Мы составляем выборку, по результатам которой все уезды представлены пропорционально. И в этом году на Хиюма у нас получилось, что в выборку попали домохозяйства, которые совершили крупные одноразовые расходы. И дополнительно учитывая, что Хиюма сам по себе самый маленький уезд, там живет меньше 10 человек, по результатам исследования мы расширяем посредством весов данные на всю Эстонию. И поэтому у нас каждое домохозяйство представляет около 100 семей. И поэтому такое немножко нетипичное положение получилось, что конкретно на Хиюма получились очень высокие расходы. А какие были у них одноразовые расходы? Что это примерно может быть? Я не имею права конкретно говорить про Хиюма, это связано с защитой данных. Но как варианты, что такое одноразовый расход? То есть если человек, одноразовая покупка, или одноразовая трата. Если человек пошел в магазин, он купил литр молока, 10 яиц, скажем, килограмм сыра, то кодировщик так и заносит нашу базу данных. Молоко 1 литр столько стоит.
Если мы пофантазируем и как вариант, например, если человек купил дорогой туристический пакет, уже готовый, может быть, для всей семьи, куда-то очень далеко, и ему был выписан счет на большую сумму, это является одноразовой крупной покупкой. Если человек купил автомобиль, то же самое. Что еще? Ну, допустим, если человек просто купил какую-то бытовую технику, посудомойку, скажем, это не является крупной тратой. Но если человек заказал, например, всю кухонную мебель со встроенной техникой и получил счет от фирмы, то вот такая вот покупка является одноразовой и действительно крупной. Я еще по методике хотел немного уточнить. То есть получается, что данные собираются на основе опроса населения? Да. А каким образом и как они будут использоваться дальше? Это просто занимательная арифметика и любопытная статистика? Или куда-то дальше они идут в разработку и на основании этого чего-то какие-то решения принимаются? Безусловно, эти данные, исследования бюджета домохозяйств очень-очень важны и необходимы. Данные конкретно этого исследования используются как часть, необходимая для вычисления индекса потребительских цен, для вычисления прожиточного минимума. Также эти данные используют многие министерства и научные учреждения. Эти данные служат основой для анализа потребительских расходов и определения тенденций в расходах жителей Эстонии. Также предприятия, фирмы и рядовые пользователи могут получить дополнительную информацию о том, на что население тратит деньги и какое потребление каких услуг, товаров выросло по сравнению с прошлым периодом. Также мы получаем не только данные по расходам, мы получаем данные по состоянию жилья, по условиям проживания, как домохозяйство оценивает свое экономическое положение по сравнению с прошлым годом и по сравнению с периодом, который был 5 лет назад. Ну а вот если вот эту общую оценку под занавес нашей беседы привести, получается, что если посмотреть на цифры, средняя зарплата у нас росла за это время чуть-чуть быстрее, чем вот все те самые необходимые, обязательные расходы, которые мы имели. Значит, люди стали жить лучше? Хочется верить, что да. Но здесь немножко разница в том, что среднюю зарплату мы берем только у тех, кто работает и кто получает зарплату. Здесь расходы, мы смотрим расходы на общее домохозяйство и на каждого члена домохозяйства. То есть тут и дети, и взрослые, и те, кто работает, и кто не работает. Но то, что доля обязательных расходов снизилась на 3%, конечно, это маленький процент, но все равно. То есть за 3 года не было никакого большого скачка в коммунальных в питании. И это положительный тренд. Спасибо. У нас на связи была ведущая аналитик Департамента статистики Татьяна Портнова.